легенда о том, что ивановский текстиль умер, она не соответствует действительности, он скорее жив, чем мертв. В текстиле, конечно, есть огромное количество проблем. Но сегодня не о них. В Ивановской государственной филармонии чествуют работников текстильной и легкой промышленности. Тех, кто ковал и кует славу города ситца и моды. Грамоты губернатора области получили видные деятели текстильной промышленности, владельцы компаний и рядовые сотрудники. Первые лица региона гордо озвучили со сцены данные о развитии легкой промышленности, уверив присутствующих, что темпы роста производств вернулись к докризисным показателям. Одних только комплектов постельного белья в прошлом году выпущено 47 миллионов. Тканей больше 1100 миллионов квадратных метров. Предприятия большинство провели техническое перевооружение. Развитие текстиля, по мнению правительства Ивановской области, будет в дальнейшем идти в сфере химических волокон. И вкупе и хлопок он останется, безусловно, и химические волокна позволят Ивановской области и в дальнейшем занимать ведущие позиции в области текстильного производства.